Словении, в самом сердце Европы, удивительное место. Там озеро с чистейшей водой бирюзового цвета разместилось в оправе из отрогов Альп, на вершинах которых почти половину года не тает снег. Сама природа создала такое красивое и романтичное место, побывав в котором, ты будешь возвращаться сюда в мыслях снова и снова. Это озеро Блёд. Посреди озера высится одинокий остров, который не может не привлечь особое внимание. На самой его вершине расположена старинная церковь Успения Девы Марии с 56-метровой колокольней, основанная в XI веке, но приобретшая современный вид только в XVII. Это совершенно особенное место, с которым связан один очень прекрасный обычай. Именно в этом месте уже многие столетия соединяются сердца молодых парней и девушек. Считается, что предложение руки и сердца, сделанное в этом месте, обладает особой магией, освященной самой природой Альп, и получает благословение Девы Марии. Чтобы сделать предложение, будущий жених должен привести свою избранницу на остров на весельной лодке, а после взять на руки и на руках пронести по крутой лестнице 99 ступеней. Только после этого он делает предложение, доказав этим символическим действием, что может править лодкой семейной жизни, ведя ее в нужном направлении, и сможет удержать свою любимую на любых кручах. Будущая невеста же всецело доверяется ему, остается вместе с ним всегда, сопровождая и в неустойчивой лодке, и на твердой вершине, пройдя вместе с ним каждую ступеньку бытия их совместной жизни, ободряя его и придавая сил своей любовью на каждом шагу. Далеко не каждому это по силам, не каждый современный молодой человек рискнет пройти такое испытание. Поэтому все меньше и меньше можно увидеть на ступеньках молодых людей, которые возносят на эту вершину мира своих любимых. Но... Thank you.